И сегодня же названы имена лучших бизнесменов этого года. В Казмедиа-центре сегодня чествовали лауреатов премии президента Алтын Сапа, спецпремии Парес Скер, а также подвели итоги конкурса выставки «Лучший товар Казахстана». 9 предприятий стали обладателями заветной статуэтки Алтын Сапа. Это казахстанский эталон качества и надежности. Награждали коммерсантов разных категорий, от малого до крупного бизнеса. В числе победителей предприятие «Каспоэн», где выпускают одежду под брендом «Зибро». Она довольно известна за пределами Казахстана. Сотрудники компании экипировали казахстанские команды на Олимпийские игры в Сочи, 17-е Азиатские игры, юношеские Олимпийские игры, летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. А вот золотую статуэтку «Парес» удостоены 8 компаний, в их числе крестьянское хозяйство «Новая Заря», которое активно финансирует социальные проекты и занимается благотворительностью. В прошлом году построили для своих работников 2 двухквартирных дома. В будущем мы планируем еще построить 3 таких двухквартирных дома. В прошлом году мы сдали в эксплуатацию детский сад на 50 детей. Работы хватает. Мы второй раз получаем награду такого уровня. В 2011 году мы тоже были выбраны номинантом «Лучший товар Казахстана». Планов громадье. Открываем сейчас, продаем свою франшизу. Уже есть 11 потенциальных покупателей нашей франшизы. Экспортируем свою продукцию в России. На российском рынке очень хорошо представлены. В феврале 2017 года едем в Милан на неделю моды. Коллекцию пуховиков выставляем на европейский рынок. Сегодня же Нурсултан Назарбаев вручит гран-при победителю конкурса «Парес» и премии «Алтын Сапа» по 3 основным номинациям: лидер качества, лучший индустриальный проект, лучший инновационный проект.